Волосовский район – территория молодости, инициативы и успеха. Под таким девизом 20 декабря состоялось традиционное чествование талантливой молодежи Волосовского района. Этот праздник проходил в Рабидицком доме культуры, куда и приехали представители администрации и талантливая молодежь района. В канун Нового года отметили лучших из лучших – молодых людей, которые достигли успеха в спортивной, общественной и культурной деятельности. Открыл праздник глава администрации Волосовского района Василий Рыжков. Конечно, быть талантливым, наверное, непросто. Начинается ваш талант с хорошего воспитания в детском саду, хорошей учебы в школе. И я думаю, что ваше умение, трудолюбие – это самое главное, то, что у вас всех сегодня заложено. Надо сказать, что администрация района, ее структурное подразделение, стараются создавать все условия для того, чтобы талантливой молодежи было в районе как можно больше. В прошлом году на торжестве глава администрации посадил и полил символический цветок, чьи лепестки означали талантливую молодежь. За год семечко выросло, как и успешные молодые люди района. С каждым годом становятся все лучше и лучше. Вручать почетные грамоты и медали в первой номинации «Профессионал» на сцену вышли Василий Рыжков и его заместитель Марина Левченко. Некоторые из номинантов следующей номинации «Творческая молодежь» в этот день были приглашены в правительство Санкт-Петербурга для более масштабного награждения. И, конечно, в этой номинации были отмечены команды игры КВН, которая прошла в Волосовском районе в начале декабря. Для номинации «Молодежный актив» к Василию Рыжкову присоединился Александр Микрюков, руководитель молодежного совета при главе администрации Волосовского района. В этой номинации чествовали молодых девушек и юношей, которые в своем поселении ведут активную общественную деятельность. В Волосовском районе, как и во всей стране, с каждым годом растет популярность спорта. Залу был представлен видеоролик «Учебно-тренировочные сборы по триатлону 2011-2013 годов». За спортивную жизнь района отвечает Алексей Муравьев, главный специалист сектора по культуре и спорту, который и наградил ребят. Между номинациями творческие ребята и девушки развлекали зал исполнением песен, очередной раз доказывая, что Волосовский район богат талантами. Завершился праздник выходом Деда Мороза и световым шоу.